Масштабные работы на магистральном трубопроводе в районе Рылеевского кольца связаны с заменой ветхих труб на новые. Временная схема движения транспорта действовала включительно до сегодняшнего дня. 650 квадратных метров дорожного покрытия закончат укладывать этой ночью. Участок теплосетей под самим кольцом перекладывают, не повреждая проезжую часть. Работы будут продолжаться до конца августа на зеленых зонах улицы Рылеева.